это за интереснейшие инструменты у вас тут расположены? Музыкальные инструменты, которые я делаю собственноручно, они называются флейты окарины. Очень древний музыкальный инструмент, который распространен практически по всей планете Земля. Они вот разного размера, разного типажа. Это они чем-то отличаются по звучанию или как бы просто это для вида, для красоты так сделано? Ну, само оформление — это, конечно, мой дизайн. И для того, чтобы каждый человек смог найти свой образ, который ему откликнется в душе и в сердце. Что касаемо размера, то от размера зависит тональность флейты. Чем меньше размер, тем выше тон. Это будет сейчас фригийский мажор, он же арабский строй, и очень схожий с еврейским строем, который называется хиджаз. Более крупная флейта, которая настроена в тональности ми, строй миксолидийский лад. Если предыдущая была нота ре, это вот про размер вы спросили, да?